Всем привет! Сегодня 13 марта и вновь с вами я, Камила Хакимуллина. Будьте внимательны, ведь сейчас начнется рассказ о самых интересных событиях, которые пройдут в Казани сегодня. Смотрим! Гора влюбленных. Повесть-поэма Ильдара Юзеева расскажет о целой эпохе людей, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. История пары, которая решила скрепить свою любовь клятвой в необыкновенном месте под названием «Гора влюбленных». Простит ли она того, кто нарушит свое обещание? В Казани пройдет гала-концерт международного фестиваля имени Василия Плетнева, в котором примет участие его сын Михаил Плетнев. Знаменитый музыкант будет дирижировать симфоническим оркестром Казанской консерватории. Также состоится мировая премьера его «Татарской рапсодии», сочинение, которое Михаил Васильевич посвятил отцу. Интересный намечается вечер, но на этом еще не все. Ведь в нашей рубрике «Выбор большой» советую вам убедиться в этом в следующих сюжетах. Мастер-класс «Пушистая акварель». Это техника послойного выкладывания цветной овечьей шерсти. Не используя кисточек, красок и воды, вы создадите теплую, мягкую и очень уютную картину. Это великолепная возможность выразить свое внутреннее «я», справиться с душевным напряжением и творчески раскрыться. Улетные танцы. Сюжет спектакля прост. Трое людей, найденные по объявлению и мало знающие друг друга, организовывают активный отдых для компании известных людей. Вскоре они становятся перед выбором – потерять свое «я» или обрести свободу. Рассказ о самых интересных событиях ждет вас каждый день в нашей рубрике. Завтра увидимся снова. Пока-пока!